Он работает? Да. Подожди. Трос натянется. Коллеги из Москвы, подожди, коллеги из Москвы, привет, коллеги. Приезжайте Речь, к нам летать. Реченко, привет, я тоже летаю. Приезжайте в Питер, мы вас всех полетаем. О, ура! Так, сначала упираться, да? Да, упираюсь до тех пор, пока не скажу бежим. Ага. Как только мы бежим, мы бежим, все, упирайся, упирайся. Побежали. Такое маленькое. А это сколько примерно метров? 200 метров. Чуть-чуть наберем. Ага. Ой, птицы не низко летают. Вот какие-то. Даже не знаю, с чем сравнить. Вообще несравнимое. Немножко, наверное, похоже какие-то моменты на горки американские. Ну, да. Чуть-чуть. Вот когда вот вниз, вверх вот это вот немножко вот так захватывает. А как потоки ищутся? Сложно. Садимся? Ну да, нам повезло, волнуется с тобой. Гораздо лучше. Ой, что-то не побежалось. О, конечно, испачкал. Что, фирмы перепачкал? Ну так, ладно, там, не усыпь. Вполне не страшно. Я что-то просчитал, что земля еще чуть-чуть есть. Сели.
идешь по ветру, как раз ровно против не ходил. Но его тут нет вообще в том месте, где я ходил. Он сейчас с севера подплывает. Ну все, идем. Все, идем. Слушай, ну немножко дух захватывает. Ну немножко такое есть, как на американских горках некоторые моменты. Ничего, идет у меня прям происходит. Ну не хоть подшивай меня. Она снимает, да? Ну да. Ну немножко, да. Мне захотелось, как когда он вот это говорят, но ничего такого не было. Ой, да не, мы нас пошло совсем быстро. Да. Да. Ну ладно, мне его достаточно, мне больше не надо. Да? Не хочу. Слушай, на самом деле да. Ну, все-таки приятно, но немножко как-то в какие-то моменты, особенно во время отцепа, просадки вот этой первой. Я как в самолете тоже в кресло. Такие. Так, вы нам карту памяти оставьте немножко, у нас каждый...